Мы в Варшаве. Вы представляете, в этом здании находится визовый центр Англии. Виза готова. Почему мы не пошли через главный вход? Да зачем? Я вообще влюбилась в этот парк. Ребятки, я мечтаю о своей самой красивой клумбе в мире. Посмотрите на эту недовольную моську. Ребята! Я просто в шоке, ребята. Это просто, я с таким столкнулась первый раз в жизни. Ребята, всем привет! Мы в Варшаве, конкретно сейчас я здесь сижу одна. Приехали сюда по двум делам. Первое – это сделать визу в Англию для Саши. Он едет в командировку в Англию, поэтому ему нужно открыть визу. Мы вот здесь сидим. Вот. И по второй причине – концерт Imagine Dragons. Ура! Ну и будем гулять или по Варшаве, концерт еще не скоро, в 9 часов вечера, а сейчас еще только 2 часа дня. Вот сейчас Сашка выйдет, расскажет, как документы, как подавал вот это вот все, потому что мы никогда, это первый раз, именно визу в Англию делал, я уже вижу, вот он выходит. Я не делала, но я тоже хочу сделать, планирую, посмотрим, если Саша нормально откроет и на сколько месяцев, то я тоже попробую сделать. Но все говорят, что визы в Англию открывают не всем, редко и так далее, короче, не знаю, что будет, посмотрим. Но так, оставайтесь с нами, проведем этот день вместе, погуляем, посмотрим концерт. Вы представляете, в этом здании находится визовый центр Англии. Тут вообще такая невероятно красивая территория. Хочу немножко пройтись, посмотреть. Тут реально много офисов. Еще такая погода классная. Вообще супер. Как будто немного Копенгаген или Дания или Швеция. Вы знаете, очень-очень офигенно такая территория. Видно, как она ухожена, как зеленушка. Не просто так посажена, а с умом. Но какие-то здания вообще классные. Надо пройтись, посмотреть. Все, Сашка, вышел. Вообще быстро, легко, очереди нет. Ну, в моем случае. Не знаю, зачем было меня записывать платно на подачу в любое время. Ну, комфортнее, конечно. Но я бы и на конкретный слот подался приехать. Ну, это же сделали по работе. Вообще тут супер, все легко. Я справлюсь, потому что я тоже планирую сделать визу. Там три человека встречаются. Ну, ладно, четыре охранника. Ну, ничего необычного. Достать ключи, телефон, поставить на беззвучный, сдать рюкзак, пойти на первое окошко, в первую комнату, там проверка документов, что оплачено. У меня оплачен курьер, обратно паспорт. То, что я паспорт забираю с собой, не оставляю у них. Что-то еще. Ну, короче, все проверили, дали пару документов подписать. То, что вот обратный адрес для курьера. Ну, мне надо будет, естественно, тоже выслать курьером паспорт, когда мне придет уведомление, что виза готова. Потом следующая комнатка, там еще проверяют документы, сканируют паспорт. Еще раз там дают уже пакет документов, с которым идешь на биометрию. Там тоже пару минут ожидания. А там на каком что вы разговаривали? На польском? На польском, на русском. На белорусском. Там говорят, ну, сами люди, которые работают. Нет, говорят на польском, на английском, некоторые еще и на русском. О, супер! А ты с кем, на каком рассказывал? Разговаривал на каком? Ты конкретно? На русском, на польском, на белорусском. Шикарно. И на белорусском? Блин, белорусский-то уже не помню. Да на любом. Ну, польский везде. Польский, ну да. Английский тоже. Русский вообще идеально. Польский нормальный, русский там в большинстве тоже. А что там реально работник, который говорил на белорусском? Подаются же в основном-то не поляки. Ну, поляки вообще понятно, не подаются. Что тут поэтому нет подаются поляков, чаще да. всего белорусы, украинцы, либо там... Ну, мы-то белорусы вот все говорим на русском практически. Такой... Ладно, украинцы, ну понятно, они больше говорят на украинцев. Ой, на украинском. А мы-то все на белорусском. Ой, тут ты, бля, наговорила, а мы-то все на русском. Ну ладно, короче, тебе понравилось. Легко. Сколько, я не знаю, минут 20. Да, 20. И то, ну как ну, бы... Ну все, тогда я тоже пойду открывать. Там действий немного, на самом деле. Короче, я тоже тогда пойду открывать визу. Заполнить сейчас адрес. Откроют Сашки. А ты мне поможешь заполнить документы? Да, да. Ну у тебя по-другому выйдет, там сложнее. Но все равно, а кто еще мне заполнит, если не ты, Сашка? Это, знаете, шутку недавно видела, не шутку, а такое видео в Инстаграм, что типа мой муж все планирует, все делает, и я тёпаю рядом, даже не знаю время, во сколько мы вылетаем.
Это про меня реально. Саша мне заполняет все документы. Ну, короче, Саша все делает в нашей семье, а я просто теплую рядом, составляю компанию, да? Ну, без тебя я бы это не делал. Вот именно. Ну, ради одного. Никаких, получается, забот у тебя не было, если бы не я. Тут, смотрите, еще есть. Не знаю, почему Оля не воспользовалась, не видела, да. Можно взять лежак и релакснуть. Офигеть, вот. Ну, территория тут классная, такой-то бизнес-сад новый. Тут еще почти не заселен. Мне нравится, знаете, я бы хотела... Мы были в Мальме последний раз, и там было такое высокое здание, помните? Вот это? Но торт, танцующий, это туловище, или как он там. И там так офигенно, как был как бизнес-центр, там так офигенно, и там такая территория. И мне так понравилось, я тоже хочу там жить. И тут хочу жить везде. О, какая мягкая трава. Но, короче, класс. Пошли посмотрим немножко территорию. Тут даже еще кафешки не успели открыться. Потому что, ну, не въехали в офисы, наверное. Он может посидеть. Ну да, кто-то не убрал за собой. Да. Там шахматы есть. Ну, короче. Супер. Только вот заведения не хватает еще. Как я вам и говорила, тут бестолку ничего не посадили. Вот прямо идеально проработано. Как это? Люди, которые делают. Урбанистика какая-то. Ну, не урбанистика. А делают не архитектор. Да, кто? Ну, кто сажает? Ландшафтный дизайнер. Вот. Ландшафтный дизайнер не зря поработал. Пришли в KFC попить айс кофе. Саша, кстати, выкладывал в телеграм-канале скидку. Айс кофе будет всего за 2 злотых. Класс. То есть за 2 мы отдадим 4 злотых. Так что ждем свой айс кофе. И это значит, что надо заходить чаще в наш телеграм-канал и смотреть всякие классные скидки. И вот наша кошечка. Только нам дали разные трубочки почему-то. Ну что, ребят, пьем этот айс кофе. Я ненавижу кофе. Еще один факт обо мне. Я не люблю чеснок, ненавижу все кофе, горькое. Но пью. Оно реально горькое, невкусное. Алкоголь горький, кофе да. Горький, чеснок горький. И еще последний факт у нас, что мы обожаем ходить в жопе мира где-то. Вообще. Нет, ну это не прямо жопа мира. Тут прикольно, но... Хорошее место просто. Да просто мы пешком... Полный ремонт. Да, ходим пешком, знаете, пока туда-сюда. И по карте мы все время, ну, чтобы поближе куда-то идти. И все время вот именно наши ноги ведут в какой-нибудь ремонт, в какой-нибудь захолусть, что-нибудь еще. И, короче, вот куда нас... А мы пришли в парк. Ну, еще не дошли. Ну, идем. Нет. Я часто вижу в Инстаграме, там девочки фоткаются, туда ходят, смотрят, показывают. Я говорю, Сашка, пошли туда в красивое место, только не знаю название. Ну, я Сашка как раз и думал, что туда надо сходить. Угу. Как все совпало. Мысли совпали, наши материальные. Время есть. Угу. И что мы делаем? Сейчас мы покажем, где мы находимся. Ну, как вы сами понимаете, вот, кстати, очень много из Украины людей живут. Или... Поляки, например, поддерживают Украину. Ну, как, короче, как-то так. Ну, чтобы вы понимали. Ну да. Посмотрите. Почему мы не пошли через главный вход? Да зачем? Нам надо идти здесь. Вы ближайший вход, мы такой идем. Нам надо идти вот по этим дебрям. Мы как всегда. Ой-ей-ка. По-грязному. Но мы привыкли жить в ремонте. У нас на районе ремонт. Уже стройка новых домов, 2 года мы живем там. Новые сады разбивают. Кстати, когда мы приехали только, там было всего там 2 дома было готово. А сейчас, ребята, кто живет в Лоте, наверняка уже были в том районе. Вы знаете, там вообще отстроили уже классно. Только ничего еще не открыли полезного в плане там говорят, какого-нибудь магазина, ну, какого-нибудь. Только, да. А магазинов, может, больше не будет. Ну, но хотя заведение какое-нибудь. Осенью планируют открыть корову. Корову? Еще один факт у нас. Мы не любим стейки. Пока не пришлось есть ну, такой да. Стейк, который хотелось бы влюбиться. Ну, все, что мы ели, нам как-то не зашло. Ну да, я 3 раза или 4 пробовал. Мы 1 раз сами жарили. Не, сами это вообще говно. Сами не надо, да. Наверное, ну, в идеале. Ну, хотя бы сковородку гриль, а не на обычной. Ну, мы на обычной и в духовке доводили. Так ладно. И кусок был не самый, наверное, идеальный. Мы купили в Лиле такое, наверное, это все-таки альтернативно. Как это называется? Альтернативное? Ну, не топовый. Стейк. Фейк, хотел сказать. Ну, я раз пробовал с коллегами. Естественно, пока мяло. Ну, тут много кто ходит.
Ну, как бы другого прохода нету. Не, ну хотя бы лучше, чем по тем камням ходить. Да? Не, ну что сделано? Не-не. Классно. Хотела я продолжить рассказать про стейки. Саша такой, посмотри, короче, промок. Ну, мы куда-то зашли. Опять? Сейчас снимем видео и вызовут на нас кого-то. И откроют визу нам. Да. Не, ну ладно, это шутка. Кстати, я не могу допивать, это бляк. Ну, ты не пьешь кофе. Тем более такой, из машины. Он вообще невкусный. Ладно, к стейкам вернемся. Ну, вот я последний раз пробовал с коллегами во Вроцлаве. В заведении Ребро. Если кто-то оттуда или бывал. Как-то среднее нам. Ну, не всем было среднее. Может, там невкусно приготовили? Может, не идеально. Ну, по отзывам посмотрели, норм. Но когда были в Люблине, тоже ходили в стейк-заведение. Там такое самое знаменитое, наверное, возле главных ворот Люблина. Тоже, если кто-то в курсе. Не помню, Стул и Вул называется. Короче, кто заказывал стейки, были в полном восторге. Мы с одним еще коллегой заказали бургер. И были в среднем восторге. Но вот тогда, вот в тот раз стейки зашли, да, но... А там был классный томагавк, по-моему, или нет? Ну, такой прям, какой-то хороший, классический, огромный стейк. Все там, а мы такие, ну, нормально, повезло. Ну, просто, конечно, сравнить вкусный, наверное, стейк с бургером. Ну, короче, ну, если стейк классный, то, наверное, он выигрывает у бургера. Но мы, нам пока не доставали. Ну да, мы еще где-то когда-то в Минске ели, мне как бы было неплохо, но это не вау. Мне потом так плохо от него было. Он такой был толстый очень. Да. Хочется какой-то... Ну и мясо в Минске, наверное, все-таки не самое... Ну, это было недорогое заведение, просто какой-то ирландский паб. Ну, хороший, клевер. Он хороший, хорошие отзывы, все. Бургеры там были офигенные, а стейки нам средние. Вот так, ребята. Но если кто-то ел, например, в Лоди какой-нибудь классный стейк, можете написать комментарии. Мы, например, сходим, тоже попробуем. Потому что очень интересно. Мы когда-то ягненка ели, нам очень понравилось. Но это был не стейк, это просто мясо, ягненка. И нам очень зашло. А вот стейк хочется попробовать. Ну, хочется попробовать, чтобы понять, любим мы это или нет. Как с сушами я когда-то. Видел, есть в Лоди аргентинское заведение со стейками. Ну, вообще, аргентинские стейки самые такие известные. Цены там, конечно, ого-го. Ну, когда-нибудь может. Аджали, так сказать. Да. Ребята зашли в этот парк. Мы только зашли. И нас встретила вот такая детская офигеннейшая площадка. Просто атас какой-то. Тут даже механизмы. Можно что-то сыпать. Тут вообще все что угодно можно делать. А там вон есть какая-то колонка. Тоже офигенная детская. Не, ну ладно, посмотрите, качели. Огромное количество, целых 4. А это уже, ну там можно ходить по канатам. Да. Блин, в Лоджии такого не хватает, да? Конечно. То есть, ну, родители сидят на лавочке? Я не знаю такого места. Ну, мы не видели. Мы не супер ходоки, мы не все обошли в Лоджии, но сомневаюсь, что есть. Перебью тебя, но можно вон руки помыть. Это класс, смотрите. Блин, как все ухожено, супер. А вон качели, дети, вон катают. Класс. Ручеёк. Ну, пойдём. Прикольно. Классно. Дети тут, конечно, тусят. Чё-то тут ручеёк. А, знаешь, где мы не были? В Коперника, музей. Офигенно. Родители в тенечке сидят. А дети тусят. Детям-то вообще пофиг. Солнце, холод, дождь. И вообще можно... О, нет, смотрите, ну, где можно, наверное, прыгать. Самый крутой детский парк, что мы видели, это в Валенсии. А, ну Гулливер. Да. Там такой огромный Гулливер валяется. Ну, было такое, да? Я с детской горки катался, она черная, и следы на светлых тонах остались. И мы с Сашей пошли на этот Гулливер. Ну, потому что там дети, и мы подумали, о, классно, нам тоже интересно. Там и взрослые тоже были. И мы пошли на этот Гулливер, спустились. С горки, естественно, с жопой. И у меня почему-то все нормально было. У тебя джинсы обычные были, а у меня такие чиносы светлые. Ну и, короче, у него была жопа, все черные. Блин, офигенный парк. И это только начало. Класс, мужик, так ухожен, супер, блин. Вот где все деньги в стране. В Варшаве. На самом деле, мы очень много раз были в Варшаве, но всегда такие, знаете, типа проездные. Проездом. Там-там посмотреть, там посмотреть и быстро уехать в другой город. Ну, типа, такая быстрая остановка куда-то была Варшава.
И вот сегодня мы прям так уделили внимание, так, знаете, как мы любим это, ходить везде. И тут тоже так пешком ходили, сколько это было возможно, что-то проехали на автобусе. И все, что мы сегодня увидели, плюс лето, все расцветает, так вообще красота, клумбочки, супер, все ухожено. Короче, мы ставим вот такой вот лайк, очень парк, классно. А, я представляю, сколько тут классных парков, точнее, не представляю. Но, короче, о чем я хочу сказать, что вроде бы тоже не помещали какой-нибудь такой парк открыть, не? Я вообще влюбилась в этот парк, насколько все организовано, красиво. Прям хочется лечь на эту травичку. Это... У нас есть плед. Кстати, но мы не будем, нам некогда, нам нужно еще на концерт. Ну, еще 2 часа. Это пальмярня. Ну, короче, там... Нет, не пальмярня? Помаранчарня. А, помаранчарня. Ну, короче, оранжерея, ребят. Ну, красиво, нет? Как называется? Апельсинярня. 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 Ну, как на русском. Ну, оранжерея, а если перевести прям... Ну, вы поняли. Как Саша, как ты. Апельсинярно. Ты сегодня как апельсинки. Ой, ну вы посмотрите на эту красоту. Как ухожена территория. Мы ставим жирный лайк, а вы ставите нам жирный лайк. Баш на баш, да? Ребятки! Вау! Тут даже гондола. Офигеть, как красиво. Супер! Можно поснимать классно. Это самый, наверное, популярный вид в этом парке, я надеюсь. Ну, по крайней мере, в Инстаграме его видела. Офигеть. Санёк. Классно. Чё скажешь? Офигенно, офигенно. Надо фотку для Инстаграма. А вон еще амфитеатр, надо туда зайти. Не, ну вы посмотрите, еще тут и павлин. Офигенно. Всё гуляет тут сам себе. Чешется. Блин, так прикольно, что в парках есть павлины. Кстати, уже нередко, часто где можно встретить. Но. Классно. А деревья какие тут вообще невероятные. Все отдыхают, пьют. В смысле, какую-то водичку. Ну, неважно, отдыхают, загорают. Пикничок у них. Лавочки такие классные. Блин, я влюблена бесконечно в этот парк, Сашка. Я влюбилась в Варшаву, наверное. Но жить тут не хочу, ребят. А еще прикольно, что тут можно покататься на гондоле. Китайская какая-то. Да. Прикольно, да? Тоже классно, мило вообще. Ты так хорошо смотришь на фоне этого дерева, Сашка. И вот мы дошли до самой главной достопримечательности этого парка. Какой-то замок. Он невероятно красивый вообще. Классно. Я пыталась сфоткать для Инстаграма, но у меня не получается. Я вообще не умею фотографировать. Но самое красивое, это, конечно, вид. И вот я вообще фанатею от всяких цветов. Я мечтаю о своей самой красивой клумбе в мире. И у меня бы была такая клумба. Ой, красивая, капец. Еще такой ручеёк. Не ручеёк, а фонтанчик. Класс. Ну разве это не чудо? Вообще супер. Набережная вообще офигенная. Блин, очень красивый парк. Мне прям нравится. Мы же и пофоткались. Ну что, пойдем в тенек? Да. Ну, парк превосходный. Тут каждая точка какая-то интересная. Столько всего можно найти. Мы тут чуть-чуть пройдемся. 3 минуты. Какая-то интересная точка. 3 минуты в другую сторону. Да, опять какая-то интересная точка. Как лес. Но. Прям классно. Очень красиво. Вот сейчас какой-то сад. С фонтанами, тоже какое-то здание. Это вот, я не знаю, очень красиво. Я назвала себя, я мама фотограф. Я фоткаю тут каждый шаг. Класс. Смотри, с чупсиком. Ну да. Класс. Я так люблю, когда вот так растения красиво за ними ухаживают, за деревьями. Когда их вот так стригут, то так красиво вообще. Иди ручки помочи, я тебя сфоткаю. Я тебя сфоткаю. Сашка, хочешь, я тебя на такси провезу? Бесплатно. Ни копейки ни с нашего кошелька не выйдет. Хочешь? Покажу тебе лайфхак. Тут на такси точно дособираются деньги. Блин, такая вода теплая вообще. Офигенная. Вон, видите, сколько монеток? Ой, класс. Но она теплая. Блин, искупнуться было бы супер.
дошли до точки Шопен. Я узнала его по пальцам. Очень, очень классно. Сергей. Классно? Солнышко светит, очень классно. Я не могу, так кофе на этого напился. Я хочу так попить. Этот дурацкий кофе, он такой ужасный горечь оставляет. Ненавижу. Искренне не понимаю, как люди пьют этот ужасный, горький, противный напиток. Он же даже не сладкий. Он такой горький, такой... Растения. Если бы у Сашки был в руках телефон, он, конечно, бы не снимал вам эти растения. Но телефон-то у меня. Поэтому я буду снимать растения. Блин, класс. Природа, конечно, очень красивая. Особенно, когда она грамотно ухожена, грамотно рассажена, все, тогда еще красивее. Настолько разнообразный парк, что еще вот такая красивая дорожка с плющом. Тоже такой вид. Супер. Мы уже говорили, мы советуем этот парк. Но я уверена, что кто был в Варшаве, тут уже этот парк обошел вдоль и поперек. Ну вот, собственно говоря, мы прошли одну проверку. Сейчас будем проходить другую, и тут огромный стадион. Посмотрите на эту недовольную моську. Сашка счастлив, пипец. Короче, тут стоит оставить свой рюкзак. Внимание, не 10 злотых, не 20, даже не 30, а целых 50. Мы 50 злотых оставили, чтобы... И еще 12 там все закрывается. То есть... Типа, хочешь не хочешь, надо успеть. Это самая дорогая камера хранения в истории просто. Мы, конечно, злые, но уже практически простили им это. Секстиллион людей. И вот так мы тоже идем наверх. Вход на трибуну. Куча людей. Фэш. Они идут, идут, идут. Сканируешь вот здесь билет. И тут проходишь. Ребята! Просто посмотрите, сколько людей. Это стадион на сколько тысяч? На 70? Во время концертов 72 с чем-то. А так на сколько? 58. Пипец. Представьте, у кого-то есть подписчиков 50 тысяч 8 подписчиков. Ой, 50 тысяч 8, сказала. 50 тысяч подписчиков. И представьте, это вот так выглядит. У нас всего лишь 1500. 1800, ребят, блин. Маленькая вон та трибунка. Блин, так офигенно. Он вон там будет ходить. Мы, конечно, высоко, очень высоко. Но нам все будет видно. Первая группа на разогреве.
Мы не успеваем на поезд, и поэтому мы остаемся в Варшаве на ночь. И так получилось, что мы не зарегистрировали жилье, ничего не сделали. Поздно закончился концерт. Без воды, без еды, потому что нас отобрали все. Ну, с едой? Ну, с едой, да, но без воды. Нас все, не все у нас забрали, а у нас забрали рюкзак. А в рюкзаке все было, и вода, понятное дело. Ну, короче, мы пришли, вот где Саша пьет, какая-то баня. Ну, это я так назвала баня. Конечно, не баня, это вода родниковая. Да. Консерватор. Ну, честно говоря, это выглядит как писсуар. Нет, немножко выглядит как писсуар. Не, ну вода хорошая? Нормально. Да я так пить хочу, чтобы пьет. Чтобы вы понимали уровень того, где мы находимся ночью, в 12 часов ночи, не видно, ну, посвети вот, нормально. Вот крапива, вот дорога, идем к лосине. А посмотрите, какой вообще проход, бля. Ты, бля, тебе мне нужна помощь, пошли. Просто, чтобы вы понимали, этот проход есть на карте. Ну да, мы пошли по карте. Но на самом деле мы вдвоем не осмелились. Там впереди нас шли молодежь. Ну, они знали, куда шли, поэтому. И мы подумали, ладно, пойдем за ними. Нас не видно, мы идем за машиной. И будем в машине сидеть.
и ждать до 4 утра, и в 4 поезд. Вот такие у нас планы. Конечно, если бы мы были тусовщиками, мы бы пошли в клуб, наверное, да? Да. От веселья, от кисли бы, то поехали бы домой. Но мы, к сожалению, нудные, скучные люди. 4 утра. Мы возвращаемся домой, классно. За окном рассвет. Легкий. Едем на чупчиком. Слушайте, мы просто в шоке, ребята. Это просто, я с таким столкнулась первый раз в жизни. Мы оставили собаку под ситера. Сказали, что заберем в 7 утра. Ну, мы сказали, нормально будет. Там да, мы еще спросили 7, заранее, можно ли забрать. 7 до 8 утра. Она говорит, да, ну, может, мы не сказали утра, но это... Но мы до этого писали утром, да. Я изначально писала, что мы утром будем забирать. Ну, то есть мы сказали, с 7 до 8 можно ли забрать. Может, она не поняла нас, Саш? Ну, не знаю, короче. И она нам не отвечает, ничего не пишет. Ну, мы за час, она или звонит. За час я написал, что будем с 7 до 7.30. Сейчас мы, ну, подъезжали, пишу, через 5 минут будем. Ну, мы в Телеграме общались. Я уже написал и на сайте, думал, может, интернет выключен. Нет. А там приходит уведомление смс с того сайта. Ну, короче, но так. Ноль реакции. Ноль реакции, ребят. Короче, вот все, в 7 утра стоим, ждем под дверями человека. Он разве так делает? Ну, типа, когда ты заранее предупреждаешь, когда ты просишь, когда ты спрашиваешь. Ну, а ты спишь, ну, так можно делать? А если бы мы куда-то вот уезжали, если нам... Во-первых, начнем с того, что она безответственно уже повела еще тогда, когда мы отдавали Чупи. Ну, то есть она безответственно себя повела в тот момент, что она не вышла, не по... ну, то есть она не показала нормально адрес. Мы искали, мы предупредили за 15 минут, что мы будем на месте. Она даже не вышла, не встретила, и мы ходили. Точного адреса как бы мы знали, ну, адрес, дом длинный, но дом подъезд, большой, но она не сказала подъезд. И мы как дурачки просто ходили туда-сюда, ее искали. Она еще, короче, собиралась там, короче, красилась, и что-то там делала. И вышла, и мы ее ждали. И она вышла так аккуратненько, так, не торопясь. И мы из-за этого, блин, чуть не опоздали на поезд. Короче, вот так, ребят. Прошло 40 минут. Мы сидим в Макдональдс, и мы здесь. Ждем. Пока эта девушка проснется. Телефоны отключены, интернета нет. Да. Просто я еще перечитала такая нашу переписку и думаю, точно ли мы ее предупредили. И выяснилось, что точно. Просто человек забил, да? Вот я бы... Просто я супер ответственная, я все время бы за минут 10-15 бы проснулась, собрала вещи и уже сидела бы, ждала смс-ки, а ты? Да я бы спать не смог, если бы не было какое-то дело. Да. Я тоже, кстати, не могу нормально спать. Я как на работу, я на работу просыпаюсь за час до выхода. Ну, не знаю, мне надо собраться, чтобы точно я вышла, все успела, блин. Вот интересно, какие у него будут оправдания, Саша? Ну. Хоть прощения попросят, извините, пожалуйста.